Дорогие друзья, меня зовут Аскабов Ренат, я эксперт агентства недвижимости «Белые ветры», и сегодня я презентую дом, который буду курировать в замечательном коттеджном поселке бизнес-класса «Синергия». Данный поселок расположен ровно посередине между Калужским и Киевским шоссе, отличная транспортная доступность, 7 километров что там, что здесь. Естественно, в поселке все центральные коммуникации, строгая охрана, развитая инфраструктура. Кроме того, здесь планируется вторая очередь застройки, элементами которой будут детские сады, школы, спортивное окружение. Очень важной ценной опцией коттеджного поселка «Синергия» являются широкие асфальтированные дороги, идеально чистые даже зимой, и наличие тротуаров вдоль дорог, по которым спокойно можно гулять, могут ездить дети на велосипедах, гулять мамы с колясками, и, в общем, никто никому не мешает. Дом, про который я буду сегодня рассказывать, находится за моей спиной, он расположен в центре поселка. Идеальное расположение, потому что пешком можно дойти до любой точки, до детской площадки, до места общего отдыха, и также буквально в 200 метрах от дома есть свой выход в лес с дорожками, тропинками, и зимой там прокатывают лыжную трассу. Сегодняшний дом обладает неоспоримыми плюсами, такими как высокие потолки, большая площадь остекления. Очень важные, очень ценные опции, которые все больше и больше становятся популярны, является второй свет, который реализован в этом проекте тоже. Дом строился с любовью, дом строился для себя, не для продажи. И многие решения здесь сделаны очень трепетно, с любовью, и это видно, когда попадаешь внутрь. В лучших традициях современного загородного домостроения в доме присутствует на первом этаже отдельно изолированная комната, которая может использоваться как кабинет и как гостевая спальня. Также очень интересным решением является совмещенное, но визуально разделенное пространство гостиной с камином и кухней со столовой с выходом на террасу. При этом суммарная площадь этого помещения составляет 80 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже доходит до 6,5 метров и до 4,5 метров на втором этаже. Отдельных слов заслуживает дизайн интерьера. Я бы его определил как смешение стилей mid-century и шале. Данная стилистика хозяевами была подсмотрена за границей во время путешествия и реализована в проекте своего дома. Яркими особенностями является сочетание природных материалов, таких как камень и дерево в интерьере. Ну, для примера, все подоконники в доме выполнены из массива дуба кавказского. Также в интерьере заметны яркие цветовые акценты, тканевая обивка на мягкой мебели. И все это на фоне светлых оттенков в декоре стен и потолков. Важнейшей и, кстати, очень редкой опцией данного дома является наличие второго строения на участке. Участок, кстати, практически 11 соток прямоугольной формы со взрослыми деревьями. Это гостевой дом, полноценный, со всеми центральными коммуникациями, по планировке которого можно выделить большую кухню-гостиную, санузел и две спальни, он одноэтажный. На данный момент он используется как мастерская, но полноценный функционал позволит его использовать и как дом для приемов, и как дом гостевой. Более того, иногда бывают запросы, когда
там, предположим, два поколения семьи хотят жить вместе, но по отдельности. И такой вариант домовладения позволит решить и данную задачу тоже. На этом мы заканчиваем обзор этого замечательного дома. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!